Всем привет, дорогие друзья, с вами Виолента, и сегодня мы с вами поиграем в новую игрушку под названием Hero Reborn Gaming. Это приключенческий экшен, совсем 19 числа вышел, но сегодня мы его посмотрим. И в этой игре мы будем играть за девушку, которая якобы хочет раскрыть себе какие-то способности. И мне приглянулась игрушка, и давайте посмотрим, что это за такое. Новая игра? И поехали. Стадия 1. Чтобы спастись, можно сместиться в другое время. О, ни хрена себе. Ну-ка, давайте глянем, куда мы будем смещаться с вами. Кстати, тут есть русские субтитры, что меня радует. Хотя бы здесь они есть. Алекс, ты уверен, что это место заброшено? Ага, на 99%. Тогда зачем подкрадываться? Береженого Бог бережет, верно? Ты ведь не боишься? Ни капельки. Что ж, тогда ладно. Иди за мной сюда. Полагаю, придется перелезть. Эй, смотри-ка. Можно пройти здесь. Тебе, правда, не обязательно идти со мной дальше. Легче легкого. Ты, правда, ничего не понимаешь в своих родителях? Нет. Когда мне было примерно 12 лет, со мной произошел ужасный несчастный случай. До этого момента я совершенно ничего не помню. Эй, Кассандра, смотри-ка. Полная луна. Где тут полная луна? А, вот. Говорят, увидеть ее днем. Удачи. А, правда? И кто такие они? Эскимосы. В Гренландии. Алекс, ты же знаешь, что я сразу вижу. Если ты что-то выдумываешь. Ладно, виновен по всем пунктам. Я просто знаю, как тебе важно найти информацию о твоих родителях. Кажется, ты нервничаешь. А как иначе? Я искал информацию о них всю жизнь. Если здесь есть подсказка, я ее найду. Так, слушайте, ну на первый взгляд мне приглянулась. Тут графика сразу же. Все красивенько. Так, двигаться. Мы знаем как. Значит, компания, на которой ты работаешь, купила это место? Офис департамента сельского хозяйства, корпорация Ренатос хочет сделать из этого северное хозяйство или что-то в этом роде. Я случайно наткнулся на кое-какую информацию о твоих родителях. Главный офис пытался связаться с бывшими работниками. Я видел их имена в списке отделов кадров. Что тут вообще произошло? Почему она хочет найти своих родителей? Ох, она в красненьком таком одета. Это лишь предложение, но если пылятся какие-нибудь папки или старые разведные диски, возможно, нам удастся найти номера. Ну, пошли искать номера. Блин, ну мне нравится освещение, офигенно. Пошли, чувачок, пошли. Ох, главное не убиться. Ну-ка, давайте сделаем, знаете что? Настройки видео. И уберем вертикалку. Посмотрим, что с ней будет. Эй, взгляни-ка на эти классные смарт-очки. Несколько работникам. Только не болтай о них, иначе меня уволят, потом засудят. Эви, друзья и нужны, чтобы хранить секреты. Они как переписываются. Они обладают всеми функциями нового смартфона. Ух ты! Преобразование голоса в тексте, круто. Видите, они говорят, оно пишется с автоматом. Ну-ка, давай, сканирую.
Эти очки устанавливают твою личность? Они подключаются к облаку и ищут фотографии и видео данных в социальных сетях. Наверное, большой брат... Сколько болтовни тут много? Пока я тут смотрел... Kind of freaking amazing. Right? There's a ton of other stuff it could do as well. Hold on. What was that? Чё? Почему я не могу идти? There's someone else here. Security guards? Охранники? Ты говорила здесь, что никого нет. Я сказал на 99%. Если спрячемся, то они, возможно, нас не заметят. Пригнись. Ух ты, мои очки их обнаружили. Они идут прямо к нам. Сюда. Я тут, а? Сюда. Нам нужно идти. Иди за мной. И старайся, чтобы тебя не заметили. Двигайтесь одновременно с Эриксом. И не дайте охранника его заметить. Тихо. На каком-то заводе. Ладно, думаю, мы уже достаточно далеко, давай. Ну погнали, бежим. Бежим со всех ног. Сколько есть сил. О, бежим. Who are those guys? Кто эти парни? Я не знаю, но это точно не костюмы Арентаса. Ладно, что же нам делать? Мы незаметно выберемся отсюда. Должен быть способ получше. Ладно. Спорим? Они нас там не заметят. Алекс, подожди, ты где? Я серьезно. Ты так и будешь продолжать идти? Ну хорошо, полагаю, выбора у нас нет. Ну, конечно, нет выбора. Где ты видишь выбор тут, а? Надо идти. Блин, нифига себе тут приятная графика. Очень хорошо выглядит. Мне нравится. Так, погнали. Ух, какой ты паркурист. Ну-ка. Это легче, чем кажется. Просто побеги на стене и подпрыгни прямо перед ней. Да я уже подпрыгнул. Ну же, ты что, шутишь? Ты что, шутишь? Ты что, шутишь? А? Фуфел, блин. Подожди, давайте заценим, что у нас тут есть. Опять военные шмотки. Сколько же тут было солдат? Вот именно, блин. Пока непонятно, что тут вообще творится. Так, давай. Слушайте, это как... мир эсэйдж, как там? Давай, лезь. Опа. Нужно перепрыгнуть через разлом. Это должно быть несложно. Главное, не посмотреться вниз. Это страшновато. Это что, змея? Или... Да, блин, я справлюсь. Увидите? Мир Сейдж. Вот серьезно. Еще такая музыка играет. Похоже. Навести меня как-нибудь. Я бы показал тебе места, которые я знаю, тебе бы понравилось. В смысле, у меня там хорошие друзья и все такое, но никого вроде тебя. Если бы спустилась, мы бы смогли... Ну, ты понимаешь, хорошо провести время. Ты что? What the fuck? Подожди, нажмите, чтобы перейти и быстро бегать за тем, чтобы перепрыгнуть. Как это работает? Ну-ка. Ты что, полоумил? Ни хрена она долетит? Нифига она сюда летела. Мы быстро избавимся от этих парней. Посмотри, что ты умеешь. Посмотрим. Эй, иди-ка. Йо! Ни хрена себе. Приключения в стране чудес. Попробуйте смотреть сквозь время, чтобы скрыть действие. Стадия вторая. Стадия, конечно.
Может быть, и не только вторая. А уже может быть все запущено. Кассандра? Can you hear me? Кассандра? Ты меня слышишь? Кассандра? Скажи что-нибудь. Я в порядке, просто дыхание перевожу. Оставайся на месте, я найду тебя. О нет, боже, у нас неприятности. Эй, послушай, я могу объяснить, я всего лишь осматривался. Погодите, постойте, эй, пожалуйста, не делайте мне больно. Боже мой, Алекс. О нет, 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 стой, эй, не подходи сюда, нет. Пожалуйста, нет. Нет! Воу, ух ты, что? Что произошло? Где это я? Где это я? Почему это место выглядит так другим? Она выглядела новым. Как будто пожара не было. Мы типа перемещаемся во времени. Используйте, чтобы найти Алекса. Он прямо перед вами. Воу, не отходи далеко и выясни, куда они ведут Алекса. Вот это да. Ни хрена себе технологии. Куда вы его ведете? Это все ужасная ошибка, пожалуйста, отпустите его. Они как будто не видят и не слышат меня. Слушайте, да и правду. Видите, это мы видим раз уже... Что сейчас на самом деле, а мы переместились как-то. Слушайте, прикольная тема. Что-то новенькое, если честно. Почему это со мной сейчас происходит? Это из-за падения? Слушайте, реально какая-то новая тема, наконец-то, в играх. Мне нужно найти Алекса, я могу смотреть сквозь время. Возможно, я увижу его. Ну-ка, мы сейчас можем? Нет, мы сейчас не можем, кстати, смотреть, чтобы смотреть... О, сквозь стены. Вау. Вот они. Ну-ка, мы можем препятствовать? Нет, нихрена. Я спасу тебя, Алекс. Так. Что мы тут забыли? Полезли вверх, полезли. Кто это такие? Зачем они вообще схватили его? Вот это непонятно. А, что посмотреть? Так они его ведут. Именно из-за меня Алекс пришел сюда. Я должна что-то сделать. Бедненький, блин. Ёпер. Тихо. Так. Куда они его увели? Отмечайте врагов, посмотрев на них. Если охранник вас заметит, они попадут. Будьте скрыты, чтобы избежать боя. Тут уже идет в реальном времени. Нельзя, чтобы он меня увидел. Кто знает, что они делают, если поймают меня. Это точно. У Алекса спросим, кстати. Что они делают? Как прократься мимо этого парня? Да он фуфил полный. Кажется, это единственный путь. Ладно, все, пошли. Не будем его бесить. Так, готово. Пока нет прохода, но возможно будет. Интересно, как? Как он будет? Так. Так, так нельзя заходить, смотрите. Так ни хрена у нас не получится. Мы можем открыть эти шкафчики, нет? Взгляд сквозь время. Так, ну, смотрим, смотрим. Вон он лежит, кстати. А, нет, это фигня какая-то лежит. Пилить нельзя. А тут? Тут тоже закрыто, кстати. Там, откуда я пришла, есть выход. Но как мне вернуться? Стоп. Если я могу видеть сквозь стены, возможно, я смогу и двигаться сквозь стены. Так а я что сделал-то? Вау! Да! Это изумительно. Я теперь могу делать это замещение во время... Во времени, когда захочу.
Ух ты, ни хрена, она вся разбила стенку. Офигеть. Точка маршрута в другом времени обозначена как... Ладно, значит, сначала я разведаю, что там впереди, чтобы убедиться, что... Беречь... Так. Так, тут развалина, видимо, придется обойти нам. Или все-таки пройти сквозь стену. Ну, давайте посмотрим, что здесь есть вообще. Может, что интересного? Ни хрена себе! Опять переместились. Так, никого нет, чисто. Частенько. Так, давайте переместимся. Напрямик просто! Видимо, не все так просто, как может быть. Как ожидается. Ни хрена. Так, где-то тут должен вход быть. Ой. Блин, а. Ой. What the fuck? Ай-яй-яй, блин, черт возьми, он пугал меня. Так, конечно. Блин, она не хочет перемещаться сквозь фигню эту. Жестко он меня накоцал, слушайте. Он думает, что тут происходит. Ни хрена, вот они ходят. Пока. Ох, как весело-то, а? Ну, блин, мне здоровья уже мало. Давайте пройдем здесь. Тихо, валим. Валим быстрее. Блин, зачем я нажал опять? Я случайно нажимаю эту долбанную кнопку. О, зачем? Кажется, здесь бы был бой, наверное, они пришли сюда. Так, ну-ка, давайте сюда. Я видел охранника. Ах ты мразь, блин, как ты заметил меня, ублюдок. Бежим быстрей. Что это за такое? Это ступеньки, держись, Алекс, я иду. Так, ну пришлось побегать нам в этот раз. В пределах досягаемости. Когда время замедлено, вы почти всегда сильнее врагов. Так, ну отлично, отлично. Это уже какой-то и Макс Пейн получается, не только мир SH. Кажется, мне там пройти. Вот именно, что тебе кажется, что там пройти. Так, давайте глянем. Да, тебе здесь пройти. Я поместил в матрицу близнецов ТК-45, кажется, стабильно и готово к использованию. Кажется, недостаточно, если эта формула не наделяет телекинетическими способностями. И погоди-ка, телекинез? Это способность двигать предметы силой разума, верно? Верно? Тут пути нет. У стула. Ну, давайте попробуем. Должно быть еще один проход. Ладно, тогда было не больно.
Возьмите предмет с помощью удерживать. О. Я маг. Ну-ка, давайте еще раз. Это типа со всей дури, все ясно. Ясно, как это работает. А мы можем вот это вот захреначить? Ну, посмотрите, мы открываем. Ну-ка, давай еще. Надо его как-то поднять. О, само то. Да блин, привычка нажимать. Тут на F использовать. Зачем я? Ого! Ну-ка, сейчас мы это разворотим нахрен. Или это не надо воротить-то? Что там, если предмет было написано? Я не успел почитать. Так, смотрим. Тут можно пройти. Так, это назад ведет. Ну-ка. Давайте вот это отодвинем. О! Так, шкафчик обратно. Ну все, мы тут можем пролезть вроде, нет? Давай, толкайся! О! Почти... О, прошли! Прошли. И что тут? Да здесь охранники, посмотрите, охранники. Интересно, мы бочкой его можем убить? Интересно, его можно убить бочкой? Здрасте! Кассандра, эй! Алекс, ты меня слышишь? Алекс, о, слава богу! Я думала, что они... Пожалуйста, скажи, что с тобой? Все в порядке? Во всяком случае, пока. Они закрыли меня в кладовой, не знаю, где именно. Нам нужно вывести тебя отсюда. Я найду тебя. Погоди, я могу попробовать использовать GPS. В твоих очках, бам! Я отправил тебе точку маршрута. Вы нашли ключ-карту от закрытой красной двери. Ой, тихо. Там никто меня не видел. Тихо, прятки. Прятки будем играть. Так, он идет сюда. Хмырь идет сюда. Я надеюсь, ты не зайдешь. Чё ж ты там стал, мразь? Так, тихо, я останавливаю пули. Ты мне ничего не сделаешь. Я пули останавливаю, ребят. Тихо. Надо пройти. Сквозь бочки можно, нет? Ага. Мне надо открыть эту дверь. Сквозь стены не так уж просто. Мне лучше. На, мразь! Ни хрена! Мы можем так делать. Давай, стреляй. Быстрей.
Ты мне не попадешь. Ты я... Тихо. Надо ублюдка этого наказать. Давай, стреляй, стреляй. Во! Ой! Хорошо-то как. Устал. Так. Пошел вон! Тихо-тихо-тихо-тихо. 80% тихо. Все должно быть тихо. Надо как-то пройти здесь. Во. Да не трогай ты меня! Блюдок, почему их убить нельзя? Ни хрена не поп, даже нет, не убила его. Как открыть эту дверь? Дверь откройся. Дверь выбить нельзя почему-то. Окей, так, смотреть. Видимо, сюда. Хотя мы уже кружимся тут хрен знает сколько лет. Как сюда пройти вообще? Ого! Где это мы с вами? Так, бери. Ага, это брать нельзя. Это какое-то радио. Его можно выкинуть. Да он заколупал. Интересно, почему они вздыхают? Как сюда зайти? Тут закрыто. Ну и что ты мне сделаешь? Стукнешь? Блюдок! Да уж. Ладно, ребят, мы здесь закончим. С вами был Виолент. До скорых встреч. Всем пока.